Нужно было в Excel составить план продаж на всех продавцов из отдела. При этом нужно было просчитать план до конца месяца, по цифре плана до конца месяца. Нужно было просчитать план на каждый день. Нужно было просчитать исполнение на текущий день. Исполнитель, он справился с задачей по плану на сегодняшний день или он ушел в минус. Если справился, бонус отметить. Если не справился, выделить красным, что он не справился. Далее, статус выполнения плана с начала месяца. То есть, есть ли какое-то превышение или мы все-таки в минусе. Мы не достигнем плана по итогам месяца. Далее, персональный остаток. То есть, сколько нам не нужно сделать еще до конца, учитывая сегодняшний текущий день. Все эти исчисления должны были сопровождаться итогами по каждой неделе, по каждому месяцу, по каждому кварталу и за год. Причем просчитываются полностью все значения в итогах, не только определенные, а полностью все. Не только с помощью промежуточных итогов с формулы, но и другие ячейки также просчитываются по формула.